Еще в начале учебного года Центр активной молодежи объявил конкурс на получение денежных грантов «Мой город». В нем приняли участие молодые музыканты, общественники и волонтеры. Одним из самых ярких проектов стало первое в области интернет-радио «Без помех». Авторы этой идеи – два молодых дарования – дизайнер и музыкант Алексей Выборов и программист Роман Кухар. Я думаю, как каждая интересная задумка, она привлечет к себе внимание ребят. Тем более, это уникальный проект, его нету в Иркутской области и в Ангарске, тем более, таких подобных проектов нет. Пользуясь случаем, хотела бы пригласить всех исполнителей, молодых и талантливых, интересных, креативных, присоединиться к этому проекту, поддержать ребят, поддержать самих себя, свои треки, чтобы ребята заявлялись о себе так ярко. 25 тысяч рублей, которые выиграли ребята, пошли на приобретение техники для бесперебойной работы сервера будущего интернет-проекта. Радио вещает в интернете 24 часа 7 дней в неделю, пока в тестовом режиме. В эфире радио «Без помех» будут звучать только местные исполнители. Сначала только жанра рэп и хип-хоп. Ребята приглашают также поп и рок-исполнителей присоединиться. Мы будем привлекать исполнителей, они будут приходить на студию, допустим, говорить там, слушай меня на радио «Без помех». А много таких людей заинтересованных с Ангарска, я не думаю, что они не откликнутся никак. Каждый хочет, чтобы его услышали, поэтому будем записывать всех. Сейчас радиостудия находится в квартире одного из ребят. Здесь стоят два системных блока. Один для работы с приложениями, на втором день и ночь крутятся треки. Найти радио «Без помех» в интернете можно в группе социальной сети ВКонтакте, а также скачать приложение в операционной системе Android на свой сотовый. Совсем скоро радио будет доступно и для других мобильных устройств – системы iOS и Windows. Изначально как бы приложение сделали для социальной сети ВКонтакте, накидали первоначальный дизайн, а потом уже сделали сайт, чтобы ну, больше людей могли заходить на наше радио, слушать, поскольку не все зарегистрированы ВКонтакте. Проект работает на безвозмездной некоммерческой основе по принципу «мы вам, а вы нам». Сейчас парни трудятся над улучшением качества вещания и принимают любые замечания и предложения по продвижению своего инновационного проекта. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.